Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вот такой вариант шамбалы. Нам понадобится один вощеный шнур 45 сантиметров и один шнур 150 сантиметров. Бусинки шамбала 8 штук 10 миллиметров. Бусинки авантюрина 8 штук 10 миллиметров. Одна бусинка авантюрина 12 миллиметров и две бусинки гематита 6 миллиметров. Нанизываем наши бусинки на шнур. Нанизали в таком порядке 4 бусинки авантюрина, шамбала, 12-миллиметровая бусинка авантюрина, шамбала и 4 бусинки авантюрина. А итого у нас осталось 6 бусинок шамбала. Мы ими воспользуемся позже. Теперь берем наш шнур и начинаем плести 3 узелка. Затем продвигаем бусинки и оплетаем каждую бусинку двумя узелками. Делаем два узелка после бусинки шамбала. Затем берем наши 6 бусинок шамбала и нанизываем по 3 бусинки на каждый шнур. Пододвигаем их к центру. Продвигаем 12-миллиметровую бусинку авантюрина и проплетаем также 2 узелка. Тем самым формируя как бы цветочек. И дальше опять продвигаем бусинку шамбала, плетем 2 узелка и так далее. Снимаем нашу шамбалу и будем делать застежку. Закрепляем нашу шамбалу на дощечке. Закрепляем 2 основных шнура, чтобы они у нас не переплелись и не перепутались. И дальше продолжаем плести также обычными узелками наш замочек. Плетем столько узелков, сколько вам нужно для объема запястья. Я сплела замочек, мы выворачиваем нашу шамбалу, делаем узелок. Фиксируем его клеем и отрезаем ненужные кончики. Также можно слегка узелок прижать. Снова выворачиваем, застегиваем, берем линейку и гематитовые бусинки, делаем узелок. Я делаю на расстоянии 6 сантиметров. Одеваем бусинку. Делаем еще один узелок.
отрезаем кончик и фиксируем клеем. И то же самое делаем с вторым шнуром. Вот такая шамбала у нас получилась.